Привет. Привет. О, давно тебя не видел, малыш. Рада тебя видеть в гостях. Держи руку. Пошли. Такого 8-летний Миша не ожидал. Мехутка и спецназ – это отряд особого назначения «Легион». Несколько лет ребенок мечтал увидеть военную технику, погонять на БТР. И такой подарок получил накануне дня рождения. Долонули. У Миши опухоль головного мозга. Мальчик перенес 2 операции. Сейчас восстанавливается. В свои неполные 9 в резкие повороты входил четко и уверенно. Чувствовал себя военным. Чувствовал, что кто-то за нами едет и хочет подорвать. Страшновато было чуть-чуть. Ты едешь и перелазишь, там тебе говорят, перелазишь там, туда-сюда. Помимо военной техники, Миша подержал и даже пострелял из боевого оружия. Огонь! Все, патроны, конечно, холостые, мехутка в целости и сохранности. Кстати, мальчик подержал в руках не только снайперскую винтовку, но и базуку, гранатомет, знаменитый калаш. Последний приглянулся будущему военному больше всего. Позитив не только малышам, но и нам, сотрудникам, видеть счастье в глазах. Видели, как ребенок был рад с самого начала встречи с мехуткой до того, как мы катались на БТРе. Он сидел за настоящим рулем, потрогал настоящее вооружение, пострелял. То есть мальчик, ну, цветет. Как только представится возможность, мама Миши Софья запишет сына в несколько спортивных секций. На рукопашный бой и футбол. Ну а сам мальчик после сегодняшних эмоций уверен, что когда вырастет, станет военным и тоже будет исполнять детские мечты, как сегодня исполнили его. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.